Я могу не нюхать сутки. То есть мне нравится состояние отходов. Это мерзко. То, какую дичь вы творите, то, какое раскрепощение, то, о каких фантазиях, да, о чем-то таком. То есть полное. Я даю волю эмоциям, чувствам, и вот у меня идет полное погружение в секс. До сих пор не понимаю, почему я здесь оказалась. Получилось так, что, ну, конкретно так, что употреблять последние полгода употребляла вещества наркотические, после чего какие? Мефедрон, назально, только назально. Нюхаю. Да. Получилось так, что ко мне пришла сестра, у меня висел календарь на стене с перечеркнутыми днями, с надписью «Дни без наркотиков», так как я в завязке была. Этот календарь висел уже полтора месяца, я перестала его заполнять. Она пришла, тыкнула на него, и так как я его недавно не заполняла, она подумала, что я уже полтора месяца торчу, сижу вообще без остановки. У нас на этом фоне получилась ссора, она ушла. Звонит мама вечером, говорит: никому дверь не открывай, за тобой придут, у сестры крыша поехала. Я не поверила, рассмеялась, причем вообще даже подумать не могла, что... Ну, что никто не придет, насильно меня не схватит и не увезет никуда. И получилось так, что на следующее утро она прихожу, просыпаюсь, она уже у меня дома, у нее есть ключи. Она с мужем. Я сразу же завтрак готовить. Посходили в магазин, возвращаемся. Завтракаем. Муж куда-то выходит. Через 5 минут они заходят, представляются. У меня истерика на сестру, я кидаю кружку в нее. Ну, не попала, естественно. Она разбивается, потому что какого фига в мой дом кто-то вообще врывается, заходит и качает тут свои права. Естественно, так как у меня истерика и шок, потому что все же я была уверена, что это ее друзья, что это не какие-то... При посторонних людях никогда бы ни за что не стала себя так вести. Была уверена, что это просто подстава. Поэтому у меня вот случается эта истерика, какого хера. Я успокаиваюсь через какое-то время, вот так как меня держит. Мы садимся, я говорю: хорошо, ну, что? Что мы будем, о чем мы будем говорить? Они мне говорят: якобы я наркозависимая, мне нужна помощь. И говорят о том, что на 2 дня мы едем на обследование. Так как я была в этот момент чистая и уже там, ну, 1,5-2 недели была трезвая, я знала, что в крови у меня ничего нет. То, что, ну, доказательство того, что я не наркоман. Она была уверена, что я наркоманю все это время. Я согласилась ехать на 2 дня при условии, что мне дадут телефон, позвонить маме, чтобы я с ней поговорила, чтобы она, ну, вразумила сестру вообще. Дальше мне позволяют сходить в душ. Я захожу с сестрой. Мы то ли с открытой дверью, то ли с приоткрытой пришлось мыться, потому что они боялись за то, что я ее там убью. Ну, просто я угрозами сыпалась о том, что я тебя уничтожу. Ну, она говорила пару раз о том, что у меня есть проблемы, но мои родственники не решаются со мной заговорить об этом, потому что меня вводит в гнев. Ну, вот это я сейчас уже на реабилитации поняла, о том, что меня вводит в гнев любой разговор об этом в отдел. И я максимально пыталась съехать с этой темы, потому что это приводило к ссорам и ругани. Я думала, что все находится под контролем, пока не признала свою зависимость уже здесь. Наркотики были частью моей жизни, частью моей личности, потому что такая вот, какая у меня работа есть. А на работе были такие казусы, что я употребляла. Какая у тебя работа есть? Вебкам. Ну, у нас как-то в семье смена ролей идет. То есть мама – это как дочь для меня, потому что, ну, приложила ответственность, так получилось, когда вот ушли мы из дома от отца. И поэтому я не стесняюсь, говорю о своих, вот то, что я употребляю. Никто меня за это никогда не пресекает, все меня, ну, уважают, просто вот как-то так происходит. Она выпивает, ну, как бы выпивает, ну, там по несколько баночек пива, она бытовой наркоман, я вот так, вот я уже здесь узнала, что такое бытовой наркоман, это человек, который выпивает раз в день, там, ну, мама бывает там 3 раза в неделю, по бутылочке пива, по 2, там, на выходных, ну, бывает, что напивается. Нигде, конечно, не валяется, она у меня такой, ну, бытовой наркоман. Пока жила до 15 лет, пока не уехала из своего города. Ну, звезда города, это у нас маленький городок, постоянно драки. Ну, приходилось выживать. Вот сейчас работаю психологом, прорабатываю свои травмы, потому что, ну, очень тяжелое детство было. Вообще, с 13, наверное, но это употребление, так, мы баловались. Потом у меня алкоголь период, потом в 15 лет там пару раз пробовала, там в 16 пару раз пробовала. Но чтобы вот заторчать, то последние полгода прям я употребляла амфетамин на работе. И вот тот период у меня был подъемный к работе. Вообще, какие эмоции испытываю?
Ну, вот эти последние полгода был мефедрон. Под мефедроном я всегда в компании, никогда не употребляю одна. Для меня важно это веселье, смех, игры. Это в основном подумать, поговорить. И вот так-то вообще, честно сказать, я всегда в самоконтроле нахожусь в полном, даже под употреблением. Я никогда не могу расслабиться, в какой бы компании ни находилась. То есть это вот просто лечь, например, и вот так вот лежать. Никогда мне не получается так, потому что я боюсь терять контроль. Для меня это очень сложно, для меня это тяжело. Вообще, я очень одинокий человек по натуре. И как бы у нас взаимовыгодное сотрудничество происходит с ребятами. Вообще, вот за все время, что я торчу, ни разу в жизни никто не скидывался на, ну, на став, на сам продукт. Всегда за ним езжу я, потому что, ну, никого с собой не беру. И всегда плачу я. За счет, я хозяйка дома, приходите, нюхайте сколько хотите, просто побудьте со мной. Для меня очень важно вот это вот доиграть, то, что в детстве не доиграли со мной, видимо. Мне нравится поговорить, посмеяться, анекдоты потравить. То есть у меня только позитивные эмоции. У меня организм отрицает любые негативные эмоции. То есть память просто стирает. Я вот не помню, почему я вчера плакала, например. Могу сказать, что просто было больно. А что конкретно, это вот... Ну, может быть, наркотики привели меня к этому. Может быть, я раньше ощущала негатив, сейчас нет. Наркотики? Да нет, вообще, я же до сих пор не понимаю, почему я здесь оказалась. То есть отрицание идет все еще, стадия. Я приняла свою зависимость, но при этом всем я бы и сама могла справиться. Ну, с отцом мы уже давно не живем с 15 лет, он не знает, да и мне вообще плевать, даже если он узнает, я без разницы. Мама и бабушка – это мои лучшие друзья. Это мама, как моя дочка, у нас смена ролей в семье. Она, как мой личный секретарь, она с бабушкой, они придумывают образы. То есть часть того, что я есть на работе, вот часть всех вот этих моих достижений, заработков, успеха, она, в общем... Она благодаря маме. Вообще мама в первый раз запустила мне эту идею. Они с бабушкой шьют мне костюмы, придумывают образы, аксессуары. Мама знает, что бывает безумно тяжело. Мама всегда меня поддерживает. Мама моя лучшая подруга, потому что я подарила жизнь этим людям, свободу подарила. Свободу моя мама, я для нее как новый муж. Не только из-за денег. Вообще, я ее жизнь. Если мне не... Ну, мама это... Она живет мной. Потому что и сестра у меня работала на вебкаме, я тоже ее туда привела. Мама знает, что это тяжело, но она всегда... Я просто не рассказываю так. Я не страдаю вообще, я не страдаю последние годы, у меня все хорошо. Поэтому у меня бывает, когда нервные срывы там, ну, раз в месяц я могу позвонить, поплакаться, что я устала от работы. Но также у меня со стороны начальства идет полная поддержка. То есть я одна из немногих моделей, у кого есть собственный график. Я когда захочу, тогда приду. У меня есть абсолютно лояльные условия. Во сколько начала, во сколько закончила, вообще без разницы. Делай, как знаешь, потому что приносишь прибыль. Я вообще не скрываю этого, ни капли не стесняюсь этого. Большинство у меня вообще... Каждая третья в Питере вебкамщица, поэтому все мои подруги, практически все, они работали на вебкаме. Либо же я их туда привела, уже вот работают сейчас на данный момент. Либо работали, либо работают операторами. Есть такие операторы, переводчики на вебкаме. Это для тех, кто не хочет раздеваться, например, кто хорошо знает английский. То есть я употребляла 2 раза где-то в месяц, ну, наркотики, по 3 дня. У меня нет такого, что я сижу, устраиваю притоны. Вот мы 3 дня посидели, 1,5 недели перерыв. То есть 1 день посидели, нет, у меня будет истерика, мы будем сидеть еще. Меня в количество, то есть я употребляю много только в первый раз, чтобы, ну, в первый раз взять и вот достигнуть вот этого, ну, в первый день, в первый занюх, так сказать. А потом я могу не нюхать сутки, то есть мне нравится состояние отходов, я обожаю, потому что я имею право я имею право не улыбаться, вот так вот на компанию не работать. Я могу сидеть серьезным лицом, могу шутки травить. Могу погрустить, могу даже заплакать, могу пожаловаться на проблемы. То есть я имею право на плохое настроение в этот момент. Я позволяю себе это. Но сексуальность в употребе, сексуальные отношения в употребе – это что-то, нечто отвратительное, от чего сейчас вспомнишь, у тебя внутри
Я вот не знаю, это, наверное, единственная негативная эмоция, которую я позволяю в своей жизни появляться. Если я мысль пропускаю в голове вот эту об употреблении и сексе, который происходил в употреблении, боже, мама упаси, это отвратительно, это мерзко, это вообще вызывает панику внутреннюю. Потому что то, какую дичь вы творите, то, какое раскрепощение, то, о каких фантазиях, да, о чем-то таком. То есть полное, я даю волю эмоциям, чувствам, и вот у меня идет полное погружение в секс. Что когда ты трезво вспоминаешь, тебе стыдно признать, что тебе может такое нравиться. Тебе стыдно от того, что ты делал. Это, а по вечерам, когда такое вспоминается, становится мерзко. И внутри паника, вот реальная паника чувства. И я не одна, девчонки, все, кто об этом, все, кто лежат, сидят здесь, отбывают свой срок, так сказать, все знают это, что это омерзительно, это отвратительно, и ни один мужчина этого не понимает. У меня был такой опыт секса в употреблении, но потом я научилась вести, ну, мы просто сидим и разговариваем. То есть я, для меня каждый секс, который был в употреблении, травмой остался. Каждый. Я помню.